ИСАК БАБЕЛЬ. МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ. Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих ритус, малиновой шапочкой сбитой на бок, орденами вколоченными в грудь разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахнуло духами и приторной прохладой мыло. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов Добрыводка, и войдя в соприкосновение с неприятелем такового уничтожить. Каковое уничтожение, стал писать начдив и измазал весь лист возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мной на фронте не первый месяц, не можете сомневаться. Начдив 6 подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье. Я подал ему бумагу о прикомендировании меня к штабу дивизии. «Провести приказом», — сказал Начдив. «Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?» «Грамотный», — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности. Кандидат прав Петербургского университета. «Ты из киндер-бальзамов!» — закричал он, смеясь. «И очки на носу! Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, что ли?» «Поживу!» — ответил я и пошел с квартириром на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой сундучок. Деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписными венцами. Квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой. «Конетель тут у нас с очками. И унять нельзя. Человек высшего отличия, из него здесь душа вон. А испорть вы даму самую чистенькую, тогда вам от бойцов ласка». Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. «Вот, бойцы!» — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. «Согласно приказанию товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому что этот человек пострадавший по ученой части». Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки. «Орудие номер два нуля!» — крикнул ему казак постарше и засмеялся. «Крой беглым!» Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползуя по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел, в нем варилась свинина. Она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовья и лег на землю чтобы прочесть в правде речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистой дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. «Хозяйка», — сказал я, — «мне жрать надо». Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «от этих дел я желаю повеситься». «Господа Бога душу мать!» — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. «Толковать тут мне с вами!» И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разослана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. Господа, в богу душу мать! сказал я, копаясь в гусе саблей, «Изжаль мне его, хозяйка. Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. Товарищ, сказала она, помолчав, я желаю повеситься. И закрыла за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. «Парень нам подходящий», — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга. «Братишка», — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — «садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет». Он вынул из сапога запасную ложку и подал мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину. «В газете-то что пишут?» — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место. «В газете Ленин пишет», — сказал я, вытаскивая правду. «Ленин пишет, что во всем у нас недостача». И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь. Вечер приложил материнский ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал, и подстерегал, ликуя таинственную кривую ленинской прямой. «Правда, всякую ноздрю кочет, сказал Суровков, когда я кончил. «Да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну?» Это сказал о Ленине Суровков взводный штабного эскадрона. И потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг об друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло.